немецкий автомобильный концерн BMW в кооперации со специалистами Лива создал первый концептуальный летающий байк. Всего несколько лет назад компания Лива представила конструктор, созданный на базе настоящего мотоцикла RS1200 GT Adventure от BMW. Но из более чем 600 деталей данного конструктора можно собрать байк, который умеет летать по воздуху. Группа молодых и талантливых специалистов, увидев подобную возможность своего творения, решилась на создание настоящего летающего мотоцикла, который уже получил название AVRIDD Signconcept. Сегодня модель находится на выставочной площадке Лева в Копенгагене, после чего отправится в Норвегию и научный центр Мюнхена для проведения дальнейших доработок. По словам руководителя продаж BMW Motor от Хайнера Фауста, концепт ждет большое будущее. Кстати, конструктор стал очень популярным не только у детей, но и у многих взрослых. Стоимость набора небольшая и составляет всего $59.99.